Я волшебник, дед всевет, мне в обед всего 100 лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Лиса и кувшин. Русская сказка. К одному мужику повадилась лиса ходить кур красть. Мужик повесил кувшин. Ветер в кувшин дует, он гудит. Бу-бу, бу-бу. Приходит лиса и слушает, что такое гудет. Увидала кувшин, схватила его за обрывок и надела себе на шею. «Погоди, кувшинище, дурачище, я тебя, — говорит, — утоплю». И понесла кувшин в прорубь, стала его топить. Кувшин захлебнулся водой, бург-бург-бург-бург, и тянет лису с собой на дно. Лиса просит: «Кувшин, кувшин, не топи меня, я не буду, это я тебя только постращала». Кувшинище-дурачище не слушается, все тянет на дно. И утопил лису. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.